В апреле этого года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев окончательно отмерил временные отрезки перехода казахской письменности на латинский алфавит. В конце 2017-го необходимо утвердить окончательный вариант графики, а с 2018 года начнется последовательный процесс по внедрению латиницы. Переход в новое графическое измерение будет проводиться до 2025 года. Конечно же, президентом сразу оговаривается переходный период, когда наравне с латиницей будет использоваться и алфавит на основе кириллицы. В управлении по развитию языков считают, что кустанайцам понадобится помощь при переходе на латиницу. В регионе запустят мобильное приложение, которое позволит быстро освоить казахский алфавит с латинскими символами. Назовут программу «Рухани Жангару Кустанай». На ее разработку выделят 600 тысяч тенге. Авторов выберут через портал госзакупок. Разделы приложения примерно, вот информационная основа будет содержаться в ней, новостная лента и также вспомогательные инструменты. То есть транслитерация, это после того, как алфавит будет принят, этим возможность будет пользоваться. Ручной способ ввода текста и при помощи фотокамеры и так далее. Будет оказана помощь и на уровне республики. Кустанайскую область в первых числах сентября посетят представители республиканской информационно-разъяснительной группы. Они планируют встретиться с жителями 6 районов области и поговорить с ними о переходе казахского языка на латинскую графику. Мандарбек Касколов, Артем Грапов, РТН.